На телеканале НТВ заканчивается второй сезон сериала «Скорая помощь», где главную роль сыграл Гоша Куценко. Как и в случае с первым сезоном, сериал оказался довольно популярным. Он на протяжении всего эфира находился на верхних местах рейтинга, поэтому, конечно, разговоры о дате выхода третьего сезона более чем приемлемые. Еще до окончания второго сезона сериала «Скорая помощь» было понятно, что создатели готовят продолжение. Похоже, данный сериал имеет большое будущее. Создатели готовы показывать новые серии, пока они будут интересны зрителям. Дата выхода третьего сезона, а точнее 21 серии, назначена на октябрь 2020 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.